все россияне дружно единогласно говорят, да, второму президенту срок не заточен денег. Слава герою милиции! Поздравляю с праздниками! Господин Калюнов, поздравьте, пожалуйста, Медведева Путина с Путиным праздником. Пожелайте ему. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. И второй президент СИЗО Медведева тоже. Спасибо большое, господин Калюнов. Восхищаемся. Спасибо. Господин Калилов, поздравляем вас, поздравляем вас с праздником, вторым президентским сроком Медведева. Поздравьте Медведева с высшими наградами и вас, лауреатов фестиваля «Слава честь России». Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. Да, самому прогрессивному передовому курсу. Да, самому прогрессивному передовому курсу Дмитрия Анатольевича Медведева. Владимировича Путина, партия «Единая Россия». Вообще, идиоты всех стран поделяли второму президентскому сроку Медведева и поздравили с наградами. Держите второго президентского срока. Конечно. Право и честь. Поздравляю. Ваша сила, правая честь. Я хочу Дмитрий Анатольевич Медведев. Поздравляю вас, Владимир Владимирович Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина. Да, высшим наградам Дмитрия Анатольевича Медведева, курсу самому прогрессивному передовому Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, партия «Единая Россия». Цветы это красиво, цветы это хорошо, цветы это полезно. Значит, и я думаю, что тот, кто любит цветы, тот любит жизнь, тот любит все прекрасное. Тот сам прекрасный человек. Все, которые находятся рядом с красотой, становятся лучше. И цветы каждого, значит, воодушевляют на красивые, хорошие дела, на поступки, на внутреннее очищение. Спасибо. Прекрасно. Да. Владимир Владимирович, вас. Путина. Все поддержали второй президентский срок. Тоже поделите второй срок Медведева. И высшие награды. Медведь будет и вам. Восхищаемся вами. Спасибо вам. Восхищаемся вами. Спасибо вам огромное. Поздравляем вас. Прекрасно поздравляю. Герой России. Префект ЮВА Владимир Борисович Зотов. Прекрасно поздравил с высшими наградами фестиваля «Слава честь России». Дмитрий Анатольевич Медведев. Светлана Владимировна. Юрий Дмитриевич Медведев. Владимир Путин. Людмила Александровна. Мария Владимировна. Екатерина Владимировна. Юрий Михайлович Лужкова, Зотова, Родионова, да. Вас, главных, Нургалиева. Спрашивает пресса, чем отличается этот фестиваль от других? Я думаю, сегодня больше будет фестиваль, потому что это самое. Но я смотрю в других проектах. Да вы смесь мировой. Что на сегодняшний день в городе имеет 830 гектаров различных цветников. И очень отрадно то, что вот предыдущие годы проведения фестиваля цветников, они сохранены. В первую очередь, те фестивали, где проходили прошлый год, меньшими силами, меньшими фестивалями.